Сергеева, после ковида сразу начался инфекционный мононуклеоз, вы принимаете цикловир и изопринозин. Помогите, пожалуйста, избавиться от этого заболевания, голова болит неделю, давление понизилось, состояние отвратительное. Существует два принципа, это принцип окисления крови и принцип ощелачивания крови. Принцип окисления крови обычно связан с, даже не так. Существует два принципа деятельности иммунитета у человека, когда есть иммунитет или иммунная депрессия, когда иммунитет работает недостаточно хорошо, как в вашем случае, снижается давление, человек плохо себя чувствует. С чем это связано? Это связано с повышением кислорода в крови. И увеличение иммунитета, которое обычно связано с тем, что у человека повышается давление, и это обычно связано с уменьшением кислорода в крови. Именно поэтому, когда у человека появляется гипертоническое заболевание сердца, у него появляется одышка, у него появляется тяжелое дыхание, появляется мокрота в легких и так далее. Чем можно это все устранять? Итак, когда человек болеет гипертоническим заболеванием сердца, у него повышается часто давление, есть ожирение, то такой человек должен обливаться холодной водой на протяжении дня 1-2 раза в день. При этом очень хорошо садиться в холодную воду или входить в холодный бассейн, через 15 секунд выходить из холодного бассейна, обтираться и так далее. Это все будет повышать количество кислорода. Вернее, понижать количество кислорода, которое находится в крови. Сейчас правильно скажу все. Правильно, повышать количество кислорода, который находится в крови. Так как у людей, которые страдают гипертонией, обычно количество кислорода снижается. Холодная вода повышает количество кислорода. Также для таких людей я рекомендую использовать перекись водорода, там, для питья, микроклизм или барокамеры. Это улучшит общее состояние, состояние воспринятия, состояние улучшит память, улучшит общее состояние, снизит вес и так далее. И второй вариант, который связан с тем, что у человека повышается количество кислорода в крови, которое происходит после перенесенного заболевания, и это все приводит к тому, что снижается температура тела, снижается давление, что необходимо делать. Необходимо в этот момент повышать температуру тела и необходимо в этот момент принимать горячие ванны, то есть увеличивать прием горячих процедур. Баня очень хорошо для таких людей. Также очень поможет прием вот таких горячих ванн. 10-15 минут нахождения в такой ванне, после этого выходить, обтираться и отдыхать, выполнять вот такие процедуры, при котором необходимо занимать горизонтальное положение.